После этого утопили эти мужчин, этих женщин. После этого изнасиловали и закопали в песок. На следующий день они выкопали и порезали на живот. И достали все внутренности, и, чтобы невозможно было идентифицировать тело. Было возбуждено уголовное дело, проводились следственные оперативные мероприятия, установлены эти лица, и эти лица были задержаны. Оба жители города Черноморск и оба ранее судимы.